Нет, мы это там были. А, я просто не знал, все, что все, у нас все, открыто. Все. Могли бы отсюда выйти, конечно. Так, мы находимся. Так, еще раз. Сегодня 4 июля 2022 года. Мария Рубцовой, дом 1, корпус 4, подвал. Первый подъезд. Первый? Да, первый. Тут все зарешетчено. Да, это изначально при постройке дома эти решетки. Так. Сухо. Сухо. Ну, кстати, по ощущениям здесь дышится хорошо. Легче. Насколько это возможно для подвала. Так, ну, друзья, на самом деле четвертый корпус очень тьфу-тьфу цивильно выглядит. Не знаю, конечно, обнаружим мы здесь соседей. Нет. Или нет? Нет. Вот, но здесь прям очень хорошо. Чистенько. Образцово показательно, я бы даже сказала. Так. Сухо, сухо. Не, слушайте, очень хорошо. Не знаю, конечно, как там в пятом корпусе, но четвертый прям хорош. Ну, какая прелесть. Так. Я тут не проживал, это... Слушайте, это роутер, что ли? Да. А что он тут делает? Ну, это надо спросить у компании интернет, ну, который подключает. Ну, технически... Да, это не здесь подключается, это точно на квартире. А, слушайте, это... На квартире. Блок. Да, это блок. Это не... роутер, это блок. Это, да, это необычный роутер, потому что вот блок тут идет ТВ, блок питания. Ну, конечно, соединено все, блин, по-уродски. Ну, кто так делает вообще? Наверное. Ну, потому что... Мне кажется, так коммуникации не должны валяться. Сейчас я себе щелкну просто, чтобы потом проверить. Просто очень подозрительно как-то. Почему оборудование лежит вот в таком вот виде? Как бы любой провайдер... должен заботиться о том, чтобы его оборудование не стырили, не порезали и... Аккуратно, крючки. Вижу. Вот. Не стырили, не порезали и не продали. А тут, получается, бросили и ушли. Так. Хорошо. Окей. Так, это мы уже, наверное, где-то к первому подходу... Ой, ко второму подъезду подходит. Назад, потому что здесь у нас приварена дверь. Mm. Она единственная осталась, которая... Только которую не сорвали. Нет. Которую не сорвали. Что-то капает, это конечно. Внутри трубе канализации. А, да. Точно. Глухой звук. Да. Так. Нормально. Там дверь стоит. Ну да, ну по итогам четвертого корпуса могу сказать, что в целом все очень хорошо. Единственное, вызывает, конечно, вопрос оборудования провайдера, но это, я думаю, в частном порядке решим. В остальном следов проживания нет, сухо и все ок.